Oh, shit. Here we go again. А астрологи объявили неделю жизни и смерти. С вами Сынь. Мы продолжаем играть в Катана Зеро. Мы остановились посреди миссии. В общем, пробраться мы должны тут легко. Тут не особо легко, тут что-то мерцает. Все хорошо? Ничего не мерцает? Отлично. Аккуратно сейчас. Аккуратно. Как ниндзя. Вот так. Лошара. Тоже мне боевик. Так. Опа. Изи. Да, это сработает. Между прочим, как-то прям очень легкая локация. А тут, не обращать внимания, долго ждал, чтобы поприветствовать вас. А что, я скипнуть не могу? Ну? Это не сработает? Просыпайся, открыть глаза. Там бомба все-таки была. Просыпайся, бля! Проснулся. Вот хорошо. Там все-таки бомба была, вот что мерцало. Я как-то больше ждал знаменитого змея, а я еще и фанател от тебя. Последнее слово. Иди нахуй. Сам иди нахуй. Целовака. Как башку ему отчекрыжишь, кинь остальное в цемент. Будь ласка. Конечно ли. О! Чё? В смысле? Я чуть не прошел. Просыпайся, открыть глаза. Просыпайся, бля. Башка трещит. Головка бобо, значит? Я как-то большего ждал от знаменитого змея. А я еще фанател от тебя. Ага, так нельзя. Последнее слово. Мне нужны ответы, Ви. Я же не представлялся. Предлагаю вырвать ему язык. Господи Иисусе, даром время просрал. Теперь на свидание опоздаю. С мамкой своей? Утихни, бля. Утухни. Но я должен был попробовать. Просыпайся. У нас день сурка какой-то. Проснулся. Вот и хорошо. Я как-то больше ждал от знаменитого змея, а я еще и фанател от тебя. Последнее слово. На свидание опоздаешь, Ви. Ха-ха! Ах ты хитрый засранец! Ты не за Хроносом приперся. Ты и так под ним. Так и знал, ёб твою мать, так и знал. Сколько раз я уже тебя грохнул? Он под Хроносом. Что навострил уши свои ебучие. Поговорить хочешь? Может, хочешь формулу рассказать? Это ученый, походу. Ну, блять, рассказывай. Но он не может говорить, у него, походу, рот связан. По-моему, ты ему ребро сломал. Хе. Видишь, не хочет говорить. А вот ты захочешь, я теперь знаю, чё к чему. Слушай, мне уже скоро надо быть во втором районе, и я ни хрена не собираюсь опаздывать из-за сраного хроносового торчка. Говори, откуда взял товар, я быстренько тебя урою и пойду дальше делать дела. Что такое хронос? Ха! Ха-ха! Ты даже не в курсе, что такое хронос? Тупой пидорас, ты же сам под хроносом. Целовака, зацени. Сука. Ха-ха! Не дохуя быстро. Целова, какинь змея рядом с Аль-Хасимом, когда поджигать будешь. Все решат, что он шмаль искал или еще какую-то херню. Ты че, живой? Ну и насрать. Ты один хрен сейчас назад прыгнешь и все откатишь. Блин, ну ты задрал. Открыл я глаза, проснулся. Просыпайся, бля. Я не за Хроносом, я и так под ним. Ви, на свидание опоздаешь. Какого хуя?
Ну рассказывай, кто тебя послал, на кого работаешь, живо говори, паскуда. Иди нахуй. Так, давай еще разок. Хуйню ты снимаешь, а не фильмы. Что? Мне аж не верится, что ты... Утухни, бля! Просыпайся. Открыть глаза. Просыпайся, бля. Я не за Хроносом, я и так под ним. Ви, на свидание опоздаешь. Какого хуя? А ну рассказывай, кто тебя послал? На кого работаешь? Живо говори, паскуда. Мой психоаналитик. Да ты что? Мозгоправ, значит? Целовака, в расход его и выкинь змея на помойку, как закончишь. Хе. Ты затрахал в меня стрелять, я тебе пистолет в жопу засуну. И выстрелю, блин, столько же раз, сколько и ты в меня. Просыпайся, бля, я не за Хроносом, я и так под ним, ви на свидание опоздаешь. Какого хуя? А ну рассказывай, кто тебя послал, на кого работаешь, живо говори, паскуда. Что такое Хронос? Да, блядь, я это все уже отвечал. Так, это все было. Остановись! Ты чё, живой? Ну и насрать. Ты один хрен сейчас назад прыгнешь и вся откатишь. Мудэк. Короче, красный отвечаю. Открыть глаза. Хуйню ты снимаешь, а не фильмы. Ты серьезно считал, что он на меня похож? Хе-хе. Мне аж страшно было, когда ты начал ему задницу лизать. Думаешь, блять, мне твое уважение нужно, падла? Да я в рот тебя ебал, в рот ебал. Сука, блять, а ведь могла быть такая охуенная команда получиться. Ты и я, твой стиль, мой режиссерский талант. Искусство в чистом виде. Сука, блять, я тебя угандошу. Нахуй вертел все вопросы? Он пытается тебя разозлить, Ви. Ты меня связал, чтобы я тебя зауважал хоть немножко? Сука! Сука! Мудак. Видал, что с Аль-Хасимом стало? Он же ничего сказать не успел. Видал, что с ёбаным Аль-Хасимом стало, сука? Видал, гандон? Нахуй, в пизду. Целовака, реши проблему, скажешь боссу, что Аль-Хасим уже сдох, когда мы пришли. Хе-хе. Воу-воу-воу, вы что такие борзы? Эй, ребятки, смотрите фокус. Мудак. Тварь, как ты меня затрахал? Я атаковать не могу, блядь. А как? Я же атаковать не могу. Ага. Нет атаки. Мудачье. И чё мне, блядь, до бесконечности? Мне тебя утомить, блядь? Пацаны, дайте пушку. У меня ножа нет моего, моей катаны, вернее. Ничего нет, ни танта, ни катаны, ни хренашеньки. Пушку дайте. Так ничего не выйдет. Ха! Вот оно что. Хе, замечательно. Вот теперь-то повеселимся. Воу-воу-воу-воу, молодой. Воу-воу-воу-воу, молодой. А, отсюда начинаем. Понял. Молодой человек. А, он еще и обратно к тебе магнитится, тварь.
Иди в задницу. Мудачина. Кусок ты твари. Давай. Давай. Удерживай, удерживай, удерживай. И что? Ты что такой мощный, пацан? А, вот так. Давай, давай, давай. Мудачина, реально мудачина. Держу, 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 держу. Есть, 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 есть. Ага. Хе-хе-хе-хе-хе. Что за чильда? По еблу получишь. Воу. Как ты топор так быстро присумонил так себе, мудак? Помер? Сдохла, сучка. До свидания. Я даже не особо хотел что-то ждать. Может, он мог что-то сказать, но не особо хотелось. Ой-ой-ой, Хронос так и не нашелся, не так ли? Он ни хрена не сказал, и, по-моему, он знал, на кого мы работаем. Босс вряд ли поверит, что Аль-Хасим уже был мертв. Ты поставил меня в весьма затруднительное положение. Да он все равно не знал нифига, откуда этим бизнесменам знать, как Хронос производит. Нам ученые нужны. Тогда, возможно, не надо их взрывать? Так он ничего не сказал бы. Ну вот, что с тобой прикажешь делать? И все же я впечатлена, что ты смог убить мечника. Возможно, босс даже простит твои психопатичные наклонности. Хе, да делов-то. Не скромничай, я была на студии 51. Он убил 10 десяток человек без тени усилия, без тени сомнения. Он был готов к битве еще до того, как я напала. И у него совершенно пустые глаза, бездушные, безжалостные. Ему плевать на задание, плевать на людей, плевать на самого себя. Я часто тебя отчитываю, но сегодня я тобой очень горжусь. Змей не какой-нибудь обычный нуль. Блин, снег! Как думаешь, босс мне премию выпишет? Наверняка. Собственно, это он. Блять, ну нахер так близко? Мне чуть ебало не отрезало, сука, охуеть. Блять! Здоров, мудила. Я б твою душу. Воу-воу-воу-воу-воу. Гоночки. Ой, чувствую, сейчас вот это будет сложно. Где нахер? Это сложно будет. До свидания. Это что такое там? Наберешь? Ага! Наберешь? Это кто там такой? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! С фомками, ни хрена себе. Есть такое? Бутылкой просто пригандошил. Наберешь? Ага. До свидания, ребятки. Ёбжешь, это что такое? А, движение, все понял по этой стороне. Теперь где хочу. Так. Воу-воу-воу-воу-воу-воу.
Молодой, ты не прав. Но берешь тоже. До свидания. Погнали, 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 погнали. Ебать! Ха! Вот этого надо. Окей. Пока, ребятули. У меня тут такой боевик из 90-х, я не могу. Воу-воу-воу-воу, вот этого. Ха, хорош. Живем. Это... А, это уже сам Ви, ебать. Оу-оу-оу, босс-вертолет. Это что такое? Это что такое? Так, тихо, спокойно, молодой. Молодой, спокойно. Мы не договаривались о таком. Блин, я достать его не могу. Падла. Падла, как его убить? Ага. Да иди в жопу. Я попал по нему, нет? Сука! Опять с самого начала все. Никакого кувырка я не могу делать. Блять, прям на эту пулю выехал. А ну сюда иди, подлёныш. Блин, это плохо, это плохо, это сейчас плохо будет. Сейчас очень плохо. Блять. А чё так сложно? Я привык не против вертолетов сражаться так-то. Ну да ладно, ладно, хрен с ним, справимся мы. И в задницу. Так, окей. Давай. Да ты косой, мудак. Побеждать-то тебя как? Тебя можно победить? Ахахахаха! Рили? Я тебя порублю на куски, Ви, слышь? На куски порублю. Давай. Так. Вот так. Я бью этот вертолет или нет? Это что-то я отразил. Как сражаться с тобой? Я пытаюсь найти какой-то алгоритм. Не могу пока. А, опять ты своими ракетами, мудозвон. Нет! Его нельзя подбить.
Я сделал как-то зеленый патрон, но я не знаю как. Как-то я отбил, походу. Ага, вот. Я должен отбивать патроны в него. О, нет, это похороны, это похороны. А... Секунду. Вот как! Отбивать! Он дымится. Ага. Не попал. Давай, давай, давай. Нет, не так. Пусть он стреляет по мне. Блядь. Мать моя женщина, отец мой мужчина, ежи иси на небеси, да святится имя твое, блядь, да придет царствие твое. Не попал? Есть. Два. Окей. Три. Сучара, сколько раз ты меня тут убил, и сколько раз я это переигрывал. Давай добей его, чтобы он больше не мусолил глаза. Уёбок, из-за тебя я пережил не самый приятный опыт. Ты чё думаешь, для меня это впервые? Я вас нулей, пидорасов, 6 штук завалил. Думаешь, я творог подзалупный? Думаешь, мне пиздец? Нихуя подобного. Теперь снег тебя не спасет. Знаешь, 1-0 в меня 7 ебучих пуль всадил, а потом я его нашел и сломал как ебаную сигарету. Как сигарету, блядь. Думаешь, ты крутой дохуя змей? А я тогда медоед? Он не змей. Я змей. Сложно тебя найти. У меня есть пара вопросов. Нихуя себе, что тут происходит? Сегодня утром ты пропустил встречу, я включил новости и сразу понял, почему. На шоссе догорает вертолет. Подобная резня совершенно неприемлема. Завтра мы это обсудим. Иди сразу домой, подготовься к следующему заданию. Да, я прям вот так сразу домой и пошел. Я уже вижу, как я домой пришел. Ой, дома я прям. Че, пацаны? Аниме, что делаете? Так, к сожалению, кто-то заказал 30 проигрышей в Энду в Ирут подряд. Исполнитель джазовый оркестр второго района. Ладно, пойдет. Так, чая мне быстро. Похоже, день у вас выдался так себе. Чего желаете? Синюю слизь, яблотини со льдом, вишневое пойло. Вишневое пойло давай. Спасибо. Нам бы еще странных полгода, блять. Мы бы этим пидорасам глаз на жопу натянули. Сраные... Ундерменши нихуя драться не умеют. Схуя в них... они победили. Че там, куда, где они, кто победил? Хули надо! Я сам служил. Тарик, ты только глянь, полумесяц доблести. Ага, конечно, где ты его взял? В ломбарде на 5-й? Молодежь пошла. В 3-м районе живут только наркоманы и ветераны, и ты на армейца не тянешь. Сколько завалил? У меня амнезия. Ну ты сказочник, война 7 лет назад была. Ты еще титьку мамкину сосал, пока мы в джунглях дохли. Да я ж говорю, бля, мы бы победили, если б не эти хиппи злоебучие из первого. Обнылись, нахуй детишек убиваем. Да нахуй унтеров, ебал я их дохлых выблядков. Мы должны были победить. Ха-ха, вот это я понимаю, давай угощу тебя, малой. Ваше здоровье. Так.
Нас так ненавидели, бля, я-то думал, нас как герои встретят. Думал, на год вперед натрахаюсь. Да, это все эти... Псайкеры, или как их там, секретный правительственный отряд, их в пробирках выращивают, чтобы... Дед, тебя там теориями заговора мозг трахает? Не слушай ты этого пердуна, знаешь про наркотик, который правительство создало? Не уверен. Короче, были такие. Типа отряда смертников. Убер-зольдаты, народ тысячами косили, могли в одно рыло деревню вырезать. Их вроде какой-то дурью накачивали, чтобы они могли будущее видеть, или типа мысли читать, или еще что-то. У меня кореш видел одного. Сел в карты играть и все время выигрывал, будто знал, у кого какая рука. Про карты, небось, треплется. Завали, Рэй! Короче, это я все к тому, что там была какая-то мистика низкого сорта. А дай они драться нормальным солдатам, хрен знает, может, мы и выиграли бы. Знаешь, я за 7 лет ни с одним гражданским так не говорил. Врешь ты плохо, но человек хороший. Ну чего, твое здоровье. Поплыли. Мне очень жаль, но мы уже закрываемся. Ваш счет уже оплачен. Пора идти. Спасибо, что наливал вишневое пойло, бармен. Я это самое... На пасашок песенку поставлю. Это... Ой, тихо, спокойно, я дойду. Нельзя... Но не сегодня, так я вернусь в другой раз. Давай, бывай, сос волосы. Пошел я до дома. Надеюсь, дойду. Так. Самое то, чтобы сейчас с маленькой девочкой соседской разговаривать. Дверь. Внутри. Дверь. Папа? Чего? Беги домой. Ладно? Я тебя не понимаю. Помоги. А, тебе помочь. Теракт, произошедший на шоссе в первом районе, оборвал жизни 34 человек. Осталось 3 дня у нас. А, кто там? Открыть дверь? Да. Ты на меня больше не злишься? А с чего мне на тебя злиться? Я вчера вечером тебе помочь попросила, а ты даже слушать не стал. Я думала, ты на меня разозлился. Я вчера был слегка не в себе. Папины друзья приходили, мне идти особо некуда, так что мы с бегемотом под лестницей спрятались. Это я вчера весь день не ела ничего. Сейчас сообразим что-нибудь. Серьезно? Давай поглядим, что есть. Хорошо. Так, чаю хочешь? Смотреть холодильник? Да. Это что, йогурт? Вы нашли протеиновую пасту, господи. Че, протеиновую пасту и дождать нормальную еду какую-то? Ну как, у меня только протеиновая паста есть. Фу. Извини. Ну, голод не тетка. Лучше переночу здесь, но ничего не трогай. Хорошо, удачного дня тебе. Чао. Давай, береги себя. Давайте мы остановимся на этом перед походом к психологу. На этом мы закончим серию. Интересно, что будет дальше. Прям очень интересно. Много времени мы потратили первоначально на то, чтобы правильно ответить на вопросы этого VIP, потом чтобы догнать этого VIP, потом чтобы разобраться с ним. Ну, короче, в принципе, серия зато получилась боевая.
А в любом случае, дамы и господа, я благодарю вас за то, что вы посмотрели этот эпизод. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь также на телеграм-канал и группу ВКонтакте, ссылки на которые будут в описании под роликом. Ставьте лайки, комментируйте, увидимся в следующем эпизоде прохождения Катана Зеро. Всех обнял.